the very concept of a modern Orthodox Jew. Само понятие современного ортодоксального еврея возникло в изгнании на Западе. Всемогущий сожалеет о том, что создал изгнание. Оно не только не послужило своей первоначальной цели, но сделало евреев хуже, в том смысле, что внезапно истина Торы исказилась. И сегодня я хочу поговорить о тех истинах Торы, которые подверглись искажению, так что нам стало сложно принять ярмо неба.